Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с творчеством художников, скульпторов и их автобиографией. Джованни Баттиста Фарджини. Итальянский скульптор и архитектор периода манеризма флорентийской школы. Джованни Баттиста родился 25 апреля 1652 года в семье художников. Его дядя Якопо Мария Фарджини был известным скульптором. Он направил 10-летнего племянника учиться рисованию и живописи у Якопо Джорджи и Винченцо Дандини, а затем взял его ученики в собственную мастерскую. Благодаря интересу великого герцога Тосканы Казимо III Медичи в 1673 году Джованни Баттиста отправили в Рим для поступления в только что созданную герцогом Академию Ферентино эль Урби, которая располагалась в палаце Мадама в Риме во главе Чиро Ферри и Эрколя Ферратта. Художниками стиля барокко, которые вместе с Алессандро Альгари были последователями великого Бернини. После своего возвращения во Флоренцию в 1676 году скульптор пользовался покровительством правящего в Тоскане семейства Медичи. В 1687 году он получил официальные должности придворного скульптора, главного архитектора дома Серенисимы. Фарджини имел много учеников, среди них Бальтазар Пармазер, Фердинанда Фуга, Филиппа Делла Валле, Джованни Баран. Много работал в качестве архитектора и скульптора, создал большое количество бюстов семьи Медичи, работал по заказам других влиятельных граждан Тосканы. Занимался скульптурными украшениями церквей и соборов, участвовал в строительстве дворцов, вилл и капелл во многих тосканских городах. Одной из его работ является лестница Палаццо Медичи Рикарди во Флоренции. Разработал проект флорентийского баптистерия, который относился к примеру 1723 году, но он не был реализован. Фарджини по поручению герцога Фердинанда работал в Ливорно. Он спроектировал новый приют, построенный на местной площади Пьяцца дель Кампо с двойной колоннадой, состоящей из 14 арок. Выполнил множество небольших изделий из бронзы, которые сохранились лишь частично. Фарджини был одним из архитекторов, воплотивших вкусы двора Медичи XVIII века, складывающиеся под влиянием барочного искусства Рима. Скончался в апреле 1725 года, был похоронен в церкви Санта Мария дель Кармине, семейной усыпальнице. Вот так вкратце из переводной Википедии о итальянском скульпторе, архитекторе периода манеризма флорентийской школы Джованни Баттиста Фарджини. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.